В Министерстве здравоохранения Пензенской области сегодня рассказали о графике работы медицинских учреждений в майские дни. Изменения не коснутся службы скорой помощи и круглосуточных стационаров. Поликлиники 29 апреля и 6 мая станут принимать пациентов по привычному субботнему графику. Все поликлиники в праздничные дни, которые расположены в городе Пензе, а также в больших муниципальных образованиях, то есть там, где число жителей превышает 20 тысяч населения, будет работать каждый день в режиме оказания неотложной медицинской помощи. Это значит, что в дни празднования даже и 1 мая, и 9 мая эти поликлиники будут готовы оказать помощь в неотложной форме. Поликлиники участковых больниц приостановят работу 30 апреля, 1, 7 и 9 мая. Дежурные администраторы продолжат принимать обращения граждан в круглосуточном режиме.